зонтика значительно увеличивается. Процесс боевой подготовки ракетчиков – это не просто изучение тактики. Таким образом, радиус противовоздушного – 4 цели, летящих со скоростью до 700 метров в секунду. Дальность поражения – 15 километров. Каждый комплекс может работать автоматически. На этих занятиях отрабатывают различные нормативы. М2К – это модернизированная версия комплекса с усовершенствованной системой слежения. Увеличенной дальностью пуска и системе комплексов нужно постоянно тренироваться. Этот процесс не останавливается ни на минуту. Оттачиваются на тренировки и навыки пополнения боезапаса. Элемент заряжания – это тоже отработка определенных нормативов, которые требуют особой внимательности, уверенности и слаженности боевого расчета. Выбираешь по этому прибору более подходящее место. Машина способна одновременно уничтожить. Впереди у подразделений многодневный. Очень независимые отопители, кондиционер тот же. Но есть специальный предсбор, называется кренометр. Он показывает угол отклонения, наклона шасси в какую-то сторону. Эти розыгрыш учебно-боевой ситуации. Экипажи машин осваивают различные варианты ведения боевых действий. Например, отрабатываются элементы отражения воздушного удара на марше. Модификация М2К позволяет совершать пуски в движении.